А сейчас о важных подвижках восстановления очень значимого для нашего региона культурно-развлекательного объекта. Глав госэкспертизы России одобрила проект реконструкции Тверского государственного цирка. Об этом сообщили в пресс-службе единого заказчика в сфере строительства. В ведомстве отметили, что к столетнему юбилею здание обретет новый облик. Завершить работы планируется к 2025 году. В процессе капитального ремонта его внешний вид изменится практически полностью за счет современной отделки. Реконструкция затронет не только фасад здания, но и зрительный зал и внутренние помещения. Строителям предстоит заменить устаревшие конструкции инженерной системы. Как отметил главный эксперт проекта Кирилл Шиманов, реконструкция здания учитывает особые условия землепользования и другие ограничения строительных работ в зоне охраны объекта культурного наследия в исторической части города. Кроме того, модернизация позволит оборудовать новые помещения для животных с современными и комфортными условиями согласно требованиям постановления правительства Российской Федерации.